Когда вы работаете с большими таблицами, иногда требуется объединить строки. Это называется группировка. Вы смотрите канал «Просто о бизнесе». Всем привет! Например, есть таблица посещения клиентами вашего заведения. Видна дата посещения, имя сотрудника, оказанная услуга и заработанная сумма. Сейчас мы, просто используя группировку, можем легко посмотреть не только общее количество заработанных денег, но и суммы за каждый день работы. Для этого колонку «Дата приема» перетащим немного вверх, на специальную область группировки. И вот теперь нам видны заработанные деньги за каждый день. И представление стало не просто табличным. Теперь это дерево. Можно открыть любую ветвь, чтобы посмотреть, какие именно работы проводились в этот день. И так можно группировать по любому полю. Давайте посмотрим по сотрудникам. Кто же своим трудом принес компании дохода больше других? Изначально персонал выстроился по именам, но мы можем задать сортировку и по количеству заработанных денег, чтобы не гадать, кто лучший, а сразу получить готовый рейтинг. Более того, группировка бывает множественной. Сначала объединим строки по дате, а затем и по сотруднику. Подпишитесь на нас, чтобы узнать и про другие инструменты для работы с большими объемами данных.